Глава 19 четвертой книги царств. Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем и пошел в дом Господень. И послал Елиакима, начальника дворца, и Севну писца, и старших священников, покрытых вретищами, к Исаии пророку, сыну Амоса. И они сказали ему: «Так говорит Езекия: день скорби и наказания, и посрамления день этот, ибо дошли младенцы до отверстия утробы матери, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой все слова Рабсака, которого послал царь сирийский господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых». И пришли слуги царя Езекии к Исаии, и сказал им Исаия: «Так скажите господину вашему: так говорит Господь: не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». И возвратился Рабсак и нашел царя ассирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он от Тиргаки, царе Ефиопском, ему сказали: «Вот он вышел сразиться с тобою». И снова он послал послов к Езекии сказать: «Так скажите Езекию, царю иудейскому: пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского. Ведь ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие, и ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан и Харан, Ирцев и сынов Едена, что в Фелассаре? Где царь Емафа и царь Арпада и царь городов Сепарваима, Ены и Иввы?» И взял Езекия письмо из рук послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним. И молился Езекия пред лицом Господа и говорил: «Господи Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли. Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их, и побросали богов их в огонь, но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И послал Исаия сына Амоса к Езекии сказать: «Так говорит Господь Бог Израилев: то, о чем ты молился мне против Сеннахерима, царя ассирийского, я услышал. Вот слово, которое изрек Господь о нем: презрит тебя, посмеется над тобой девствующая дочь Сиона, вслед тебя покачает головою дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? И на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои? На святого Израиля. Через послов твоих ты порицал Господа и говорил: со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самое крайнее пристанище его, в рощу сада его. И откапывал я и пил воду чужую, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве ты не слышал, что я издавна сделал это?
в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь укрепленные города, превращая в груды развалин, и жители, сделаясь маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле, и нежная зелень, как порост на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я все знаю. Знаю и дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогой, какой ты пришел. И вот тебе, Езекия, знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и в другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их. И уцелевшее в доме Иудином оставшееся пустит опять корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток и спасение от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа сделает это. Посему так, говорит Господь о царе Ассирийском, не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыпет вала против него, той же дорогой, какой пришел, возвратиться, и в город этот не войдет, говорит Господь. Я буду охранять этот город, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И случилось в ту ночь. Пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и встали поутру, и вот все тела мертвые, и отправился, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, то Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него».